Политическая реклама. Вот вы видите билборды с кандидатами, с их лицами. На вас это влияет? Не обращаю внимания. Стараюсь не обращать на это внимания. Безразлично, политика. Абсолютно. Не смотрю на нее. Раздражает. Так, мы включаемся в политические события. Да. Мне ничего не влияет. Даже солнце. Ну вот уже билборды негде ногу поставить. Одни сплошные лица. Ну а если мешает, что я могу сделать? Ну вы как к ней относитесь? Ну, она же скоро закончится. Нет. На билборды. А что влияет? Ну, какая лично, реклама? Личное мнение. А с чего складывается личное мнение? Вот как вы принимаете решение, за кого голосовать, а за кого нет? В основном из-за биографии, чем человек, за поступки, которые были до этого. Вот как вы узнаете так просто... информацию про кандидатов? А никак. А никак. Девочки, никак. Смотрю телевизор. Ну а что делать? Ну куда денешься? Читаю в интернете. Что про кандидата должно быть, чтобы оно вас зацепило? Какая-то информация. В газете читаете, на сайтах где-то. Я постоянно слежу и уже имею постоянную точку зрения. Вы уже определили, за кого будете голосовать? Да, давно. Никто правду не говорит, это раз. А правильно? Как тогда делать выбор? Я даже не знаю, я не могу сказать вам, если честно, потому что без понятия. Верите тому, что написано в интернете, или сверяете, может, с каким-то... Ну, конечно, нужно, во-первых, анализировать самостоятельно, смотреть, что человек реально делает, а не как кандидаты некоторые, которые появляются только перед выборами непосредственно, чтобы что-то там показать, что он что-то делает, и на самом деле, ну, только глаза замыливаются.